добрый день, перед вами еще один лот бижутерии Элит, и мы начинаем с самых клевых, которые точно притягивают внимание. Во-первых, посмотрите DC Gold. Ну такая милота, ну господи, как не привлечет внимание. Это DC Gold. Но посмотрите, они волшебные, вот реально волшебные, как невозможно оторваться. Не очень дорого, но зато очень привлекательно. Смотрите, да, капец. И еще где-то здесь, вот. Вы понимаете, вот эти серьги, у них такой дизайн и цвет настолько редкий, они выглядят как винтаж, как состаренные какие-то графские, блин, украшения. Точно так же выглядит вот этот браслет. Этот уже дорого, хороший браслетик. Рекомендую взять лупу и рассматривать изделия внимательно, потому что часто можно заметить здесь пробы серебра, а также какие-то бренды. Можно сравнить в интернете, сколько стоит, и, соответственно, уже продать так, чтобы было понятно. Смотрите, какой браслетик. Оп! Натуральные камушки. Он вроде с одной стороны мягкий, с другой стороны жесткий. А вот эта цепочка, по-моему, это серебро, потому что здесь вот проба, но мне неплохо видно, потому что лупы нет. Она коротенькая, и на нее очень красиво будет вот такой вот кулончик в виде клевера. На счастье, да, клевер 4 листочка приносит счастье 100%. А вот здесь дорого печатка, стильная очень, и дорого серебро и жемчуг. Жемчуг настоящий. А, браслет Метрополитен. Весь очаровывает и блестит. Вот это интересная штучка. Натуральный камень, натуральное дерево. Не скажу, что дешевое. Не дешевое. Дальше смотрим. Серебро. Для маленьких звездочек. Это в нос, по-моему, Сваровский серебро. Здесь, посмотрите, мы перешли уже от самого интересного к дорогому. Здесь жемчуг и серебро. Это нет, то просто бижутерия красивая, недорого. А, здесь стильно, очень стильно. Здесь, посмотрите, это леска и капелька. Я не знаю, Сваровский здесь камень или не Сваровский. Судя по стоимости в 20 евро, это не Сваровский. А вот здесь вот стоимость уже 50 евро. Вот за эту цепочку, вот здесь, возможно, камень Сваровский. Посмотрите украшение от Pilgrim. Шикардос. Дальше. Кольцо похоже на Нина Ричи. Но я не нашла аббревиатуры Нины Ричи. Ни на кольце, ни на коробочке. Но стилек прямо Нина Ричи, Нина Ричи. Так, здесь, смотрите, опять леска и камушек, который блестит. Похоже, он Сваровский, потому что здесь написано Париж и все дела. И Пилгрим. Посмотрите, да, порода, как будто бы вулканическая порода, прилетевший метеорит, который изменил климат на Земле, что-то волшебное и чарующее. Ну вот, в общем-то, и весь лот. Подробности об этом лоте вы сможете увидеть в ссылке под описанием. Спасибо!